Привет, друзья, с вами Шапов. Сегодня мы находимся в студии, где я хочу вам показать, как я пишу музыку, разобрать свои проекты. И это все для Future Music Russia. Мой сетап — это лэптоп Space Gray, последняя модель. Чем удобно, что я могу приехать в любую локацию, подключиться к монитору и работать спокойно. Он очень много памяти в нем. Вот. Также использую Apollo Twin и дополнительное устройство Quad, это процессор, самый мощный, вот, тоже Universal Audio. Я как бы фанат вообще Universal Audio плагинов, и мне они очень нравятся, вот, такой сетап у меня. Помимо этого, Nexus флешка и там Vengeance плагины, iLock, на котором использую SoftTube, использую SoundToys и AutoTune и прочие остальные фирмы. Мышка X7 игровая. Винчестеры для информации. Все, вот весь сетап. Сейчас я открыл проект, который мы сделали совместно с Армин Ван Бюрен. Называется The Last Dancer. Хочу разобрать его, что мы делали, чтобы он звучал как есть. Вот. В общем, давайте начнем. В этом треке самое важное было сделать бас и бочку, чтобы они звучали правильно. Я использовал Kick 2, синтезатор Dune для баса, Dune 2, также стик для трансиентов в басу, это Trillion с обработкой. В музыке я люблю все делать структурированно, поэтому я все распределяю по группам. Фишка в том, что когда ты распределяешь все звуки по группам, и они вместе все дышат, в этом есть своя фишка, и ты слушаешь весь набор звуков, даже их, если может быть много, они звучат все раздельно, но в то же время вместе. Я стараюсь сделать это так. Бочку я завожу в бас, делаю это в моно. И объединяю в один посыл туда же, где и бочка, я переадресовываю туда бас. Соответственно, два синтезатора в одной же группе с бочкой. Вот они все играют бас, ап-кик. Для клейки я использую SSL G-Bass Compressor Universal Audio, поскольку он жирный, настоящий, аналоговый, то с него вот я отключаю без него. Вот с ним. Хорошо склеивает. Есть, конечно, парочку других компрессоров, которые я люблю юзать. Лоджиковский довольно чистый компрессор. Хорошо. Тоже звучит, если правильно выставить. Вот. Ну, как бы, если я люблю в процессе написания также сравнивать плагины по звуку, по их окраске, как они звучат, да, вместе. Например, так ты не поймешь, да, вот когда ты включаешь все инструменты. Это чистый компрессор, хорошо звучит, но я предпочел в этом случае SSL. Трансиенты в нем хорошие, мне он больше нравится. Также очень важно, чтобы в клубной музыке, в электронной, так называемой DM-музыке, важно правильный сайдчейн на басу, что ты делаешь
правильный пампинг, кач. То есть в данном случае на бас я использовал Volume Shaper 4 Cable Guys. И процентное соотношение бочки. Так мы слышим, будет больше бочки, будет сильный очень пампинг. Я хотел, чтобы немножко чувствовался бададым, чтобы не было прямо явной бочки. То есть я люблю делать процентное соотношение во всех плагинах, чтобы это все к числам приравнивалось. Я считаю, что музыка и числа, они как-то связаны между собой, они должны вот дружить. Не просто вот кинул, да, там, грубо говоря, плагин и все, и погнали. Нет, я слушаю, вслушиваюсь в каждый звук и в детали. Немножко эквализации на главном басу, компрессии для окраски. Я также подбираю для баса каждый... Отслушаю вот в данном случае лоджиковский, да, мне удобно здесь было, потому что вот кинуть на бас здесь, ты подбираешь прямо окраску к бочке, используя разные типы компрессоров, вот. В данном случае мне подошел здесь винтаж FET. Хороший лоджиковский компрессор, очень чистый, мне нравится. К стику хотел его немножко сузить, чтобы он бас больше был, вот, тоже немножко эквализации и немножко дисторшена, и все также в процентном соотношении Volume Shaper, здесь 100% мне подошло, вот. Дальше была идея добавить какой-то стик, чтобы дышало. Это мы использовали синтезатор Omnisphere, вот, ну, это уже просто Bones in Place, как говорится. Тоже со своей окраской компрессора, чтобы это все вписывать в микс. Я всегда вот использую на звуке компрессор, чтобы именно сохранять окраску в тон композиции. Это как красить своего рода, подбирать синий цвет, зеленый. То есть это все так же и в музыке, как же написание картин, к примеру, да, каких-то. Дальше основной звук. Вот основной движок трека. То есть, когда у тебя правильно работает... Бочка, бас и перкуссия по громкости правильно выстроена, правильные звуки подобраны, оно все дышит. Также я разграничил перкуссию, я посылаю сюда посылы, делаю, в данном случае здесь у меня висит на вот этой циклке. Я использовал динамический эквалайзер, чтобы немножко убрать ненужные частоты. Срезал неприятные, добавил чуть верхушечки. Остальное все там выключено. Также вот эта прикольная штука Empirical Lab Distressor в Universal Audio версии. Вот. Хорошо компрессует. Чистенько все собирает. Как видите, все тоже в посыл. Если я выведу из посыла звук и уберу эти плагины, он будет, конечно, ну, не так звучать. Ну вот, значит, мы слушаем, как это звучало вместе. Все хорошо звучит у нас. Можно добавить немножко ревера на звук по вкусу. Вот дальше была идея мелодии. Фишка в том, что вот если ее слушать целиком, она, то есть, из первой части перерастает в провиси, в полную раскрывается. То есть хотел зафиксировать элементы основной мелодии и как бы их играться с ними на дропе. Вот что из этого вышло. То есть вот она идет. Дальше, соответственно, я добавлял постепенно звуки, добавил еще один мод. Nexus. Хороший банд Голливуд. Тоже обработка небольшая. Хороший плагин Maserati, если вы хотите прямо насыщенность, сатурацию дать звуку. Очень хороший плагин. Так, мелодия. Как я говорил, вот поставить на луп в танцевальной музыке, это очень важно, чтобы на тебя начинало поддергивать. Правильный сайдчейн, опять же, на мелодию LFO Tool. Берем. Все
все, динамика пошла не туда. То есть сайдчейны очень важны. Если отключу все плагины, в принципе, звук будет дешево звучать. Вот. Я люблю использовать Maserati для сатурации. Звук вышел. Под фильтр. Фильтр. Обязательно прифильтровать. Фишка была, чтобы дроп вступил и была фишка баса, чтобы он прям начал бить в тебя. А потом уже выходила мелодия. Вот. Соответственно, вот этот эффект. Пошел бас, ты понимаешь. И мелодия начинает выплывать. В этом фишка транса, как сказать так, модного транса. Добавляются звуки, соответственно, у нас здесь... Так, для перкуссии я использую, мне нравится использовать синтезатор Battery, очень хороший от Native Instruments, здесь железо так называемое. Чуть-чуть обработки. Демо-версия, ничего страшного, так. Sigmund хороший. Компрессия, опять же, для окраски. Так, чуть оверлоуд, ничего страшного. Все идет. Вот, пампинг, вот это важно. Сольники. И вот, чтобы это все звучало не в каше, я постоянно, как я еще раз повторюсь, все раскидываю по группам. Это очень важный момент, когда у тебя в треке много звуков. Если ты хочешь это сделать чище, ты создаешь шину, и уже звук ты просто можешь даже послать на шину его, не вешая плагин. Звук уже будет звучать лучше, будут трансиенты дышать в нем. Вот. А если ты подберешь правильный плагин, окраску туда, то, соответственно, у тебя музыка вся дышать будет. Вот я считаю, что Last Dancer — это отличный пример, где все дышит. Мне это нравится. Вот, в каждой группе здесь я использовал микс-бас, использовал торус хороший. Это, наверное, один из лучших хорусов, я считаю. Вот. Компанию V. 5 компрессор на группе. И фаб-фильтром я это все закрепил. Хороший лимитер. Это для перкуссий. Тарелки. И, соответственно, основная мелодия у меня тоже заведена в группу. Здесь свои фишки. Вот. Как, в общем, для меня эта группа, как я это представляю для себя, ты, например, вот сделал звук без группы сначала, вот я вывел его специально сейчас. Он слабенький, реально, сейчас. И даже если ты его подымешь по громкости, он не будет жирным, да? То есть я, как, грубо говоря, сделал из звука, вот я люблю, когда вот у меня есть звук, да, я, он тут обыкновенный вот пресет Nexus, да? Но он не будет так звучать, если ты неправильно подберешь окраску, вот, правильный плагин, по динамике его неправильно отстроишь, он не будет звучать. Для этого я здесь использовал Maserati, соответственно, чтобы просатурировать чуть-чуть фаб-фильтр. Как бы и фильтр обыкновенный, лоджиковский. LFO Tool, как сайдчейн. Дальше, то есть мы сделали вот основной костяк звука, вот именно... что он из себя представляет. А дальше я работаю по динамике с ним уже на посыле. Вот, он пошел в посыл. Соответственно, вот если я выведу его, он будет звучать. Все, он погас. Надо его вот вытащить, чтобы трансиенты дышали. Вот он появился. Здесь я использовал OTT, мультибенд. Также я люблю, когда, например, если я начинаю разбирать звук, я люблю заходить в Controls и вот ручечки все подкручивать, чтобы это вот срасталось все в единое. Немножко процент OTT, чтобы его склеить. Озон. Здесь я использовал максимайзер, чтобы завести его в правильный диапазон частот. Чуть-чуть вверх поднял, 200 Гц убрал, 3 полоски оставил. И пост-эквалайзер немножко убрал. 4000 Гц навалил от 500, чтобы в этой концепции он жил. То есть мне нравится. И вот я делаю больше по чувствам, а цифры мне помогают с этим. То есть, например, вот я сделал, вот я чувствую, что я должен сделать так, и начинаю смотреть цифры, как это можно вот спроектировать там. Как бы, вот. А дальше
немножко склеил его, приблизил вот этот плагин, плагин Alliance BX XL2, тоже своего рода мультибенд. Я сделал мономейк, немножко его в моно, и вот, вот этой штукой. Так он расслоняется, так он немножко приближается. Склейка, грубо говоря. Потом накачал немножко его дистрессором. Это переклаб, опять же, хороший плагин. Вытягивает. И немножко винтажности дал с помощью винтаж-тейп. Максимайзер, это чуть как бы громкости поднять. Invisible он все закрепил старый. Опять же, как видите, у меня всегда процентное соотношение. То есть я всегда, если слышу, какой-то плагин начинает немножко убивать динамику, я делаю его процент микса меньше. То есть всегда можно каждый плагин сделать подмес, грубо говоря, там эффект драйвета. Мне нравится тема, очень прикольная. Вот. Все, дышит, идет. Вот этот звук. Что касается прогрессии мелодии здесь, я уже говорил, что я взял из провиса все и перенес на дроп. Вот, здесь... вот мелодия, как это шла, идет. Именно основной... здесь появляется основная мелодия у нас. Уже с нижними нотами. Этот же звук, я замечаю, этот уходит у меня в фильтр и в громкость. Я все так же прорисовываю автоматизации. Соответственно, вот я считаю, что баланс громкостей и прорисовок очень важен, когда начинают выходить мелодии, чтобы тебя цепляла вот каждая нотка. Все вот это я прорисовываю. Вот, значит, основной звук, который был здесь в самом начале с дропа, он выходит, развивается. Все, вышел провис, пошел мини-провис. Выходит основная мелодия. Вот в этом и получается вот момент такой эйфории, грубо говоря, да? Еще добавляется один звук. А, вот он. Немножко тупит компьютер. Опять Nexus, Голливуд Банк. Здесь такая же история. Мне еще нравится для сатурации Overdrive лоджиковский. Хороший плагин. Вот. Можно просатурировать любым образом. Также сделать любой тон. Например, я уберу вот фильтр с этого звука, да? Вот это без овердрайва. Если я вообще все выключу, выведу звук, он, ну, будет мертвый, да? Тусклый. Вот я пытался его сделать более таким киношным, как сказать, вот. Соответственно, я его сначала просатурировал правильно. Кинул овердрайв. Можно сделать окрас им тоже. Любой, да? И тон. Обрезать те частоты, которые тебе не нравятся. Вроде это как работает как фильтр своего рода, но в то же время он совершает динамические действия. Вот. В данном случае я все убрал, то, что мне не нужно больше 20 Гц. Вот. Потом немножко по стереобазе поработал с ним, с плагином. Нужен стереолайзер. В качестве ревера я люблю, вот мне нравится вот этот ревербратор Valhalla Vintage Verb. Очень живой, жирный, аналоговый ревер. Valhalla вообще ревера все классные, но в этом случае мне вот подошел вот Valhalla. Я также работаю миксом всегда каждого плагина, например. Здесь у меня нарисовано вот на этом звуке фильтр. Я всегда работаю фильтрами тоже. Чтобы, как сказать, вот я рассказал вам про громкость, да, что вот важно, когда все выплывает, вытекает. И также очень важно работать фильтрами в такой музыке, когда у тебя все выходит из фильтра, какие-то частоты режутся, все выплывает, вытекает. И вот это, в этом есть какой-то кайф свой. Вот. Ты вроде когда слушаешь композицию, она так у тебя все ровненько, кажется, все достаточно, а на самом деле, если погрузиться внутрь, это очень сложный процесс, который вот построен из каждой мелочи. Например, здесь вот эти две мелодии, да, одна уходит. Слышь, один звук,
и выплывает еще один. А если я отключу, например, этот, то... Мелодия уже потерялась, нет эйфории. Все, вот тебя вот начинает эйфория брать здесь, когда ты включаешь этот звук. Вот этот ключи... Все, уже как бы не так. Поэтому вот очень важно. FX-ы. Сольники, беттери, как я и сказал. EX-сэмплеры, это все склеено в одной группе. Группу можно либо накачать вот перкуссионную, либо вот дистрессором. Это тоже по вкусу, по окраске. Мне здесь понравился PSP Vintage Warmer. Вот. Хорошо просатурировал. То, что идет ревер, это у меня на мастере висит один прибор. Ничего страшного, это нужно. То есть вот сколько звуков на самом деле здесь играет. Здесь достаточно играет очень много звуков. Бас, даже правильно брать. И вот этот весь набор я пытаюсь сделать, понятно, для кого-то это много звука, да, для каких-то там музыкантов, у кого, например, делают в жанре хип-хоп. Для клубной музыки, на самом деле, это хорошее сочетание, если ты умеешь правильно вырисовать картину каждого звука, то есть и в правильный баланс их поставить. FX, обработан, Universal Audio Roland, хороший хорус, очень чистый. И опять же, фильтры правильные, срез, который тоже вытекает верхних частот, и полный срез вот до 340 Гц, чтобы низ не мешал другим звукам. То есть можно, в принципе, в чем отличие? Можно убрать фильтры, и будет все звучать, все шипеть. Вот я не люблю, когда много грязи в песне, когда грязь обоснованная. Вот. Я вырезаю этот низ, который не нужен. Тем самым я даю место для синтезаторов, вот, чтобы это все звучало. Соответственно, это все уходит в стык, который тебе выдает эффект дропа, да? Если у тебя стоит правильный дальше бас, если, как я сказал в самом начале, у тебя правильная динамика бочки и баса, у тебя начинается вот этот пампинг, и, соответственно, тебя тянет танцевать. Если этого пампинга нет, то у тебя получается обыкновенный EDM, когда все шипит, идет в разные стороны, вот это мне не нравится. А вот когда все вот, ты понимаешь, откуда какой звук идет и все дышит, в этом вот и есть фишка. В этом вот фишка моей музыки. Пошел напор основного. Соответственно, мы взяли ту же мелодию, все, она вышла, она развилась, и добавилось чуть больше звуков для динамики. Соответственно, это пошла следующая часть у нас. На самом деле, видите, у меня тут 120, да, дорожек, а звучит, в принципе, все чистенько. То есть я про это говорю, что можно в провисии выпустить один звук, а потом его убрать в дропе, да. Либо наоборот, он появится в дропе, а потом убрать из провиса. То есть правильное сочетание. Соответственно, дальше у нас также кик идет. Тот же бас, только он начинает уже раскладываться, мелодия. Я добавил для немножко больше напора в дропе еще вот такой бас. Пила. Но чистая пила, ее можно было сделать грязной, прям, чтобы она пилила там, вот. Но я предпочел его чистенькой, чтобы она интеллигентно звучала. Тем самым оставить место для синтезаторов, для всех динамик вот этих звуков. Вот этот основной трансовый должен быть чистый, то есть много, пакет пошел, большой. Тут важно, чтобы все звучало чисто. Тарелки, пошла уже более агрессивная тарелочка. Пошел для бочки шум, перкуссия такая своего рода. Сольники. Вот
Главное, чтобы они вместе у тебя зажили. И если ты делаешь этот момент, тогда у тебя все реально круто звучит, все дышит, и появляется вот такое чувство, что хочется танцевать и радоваться. Вот. Так. Вот все по отдельности включаю. Танцевый звук. Опять же, я взял Bactain Nexus, обработал его правильным овердрайвом. Фа-фильтр EQ для использования, вырезать ненужные частоты, которые харш, так называемый, дают. Вот. Вот, ненужные частоты. Вот фа-фильтр. Что касается фа-фильтра, это хороший эквалайзер, но на самом деле вот с ним нужно быть аккуратнее. Я сейчас объясню, почему. Вот я возьму мастер, да, грубо, и просто кину вот фа-фильтр до всего. Кто-то любит юзать фа-фильтр на мастер, но я это не рекомендую, потому что он убивает трансиенты. Например, все, что я сейчас рассказал про трансиенты, да, чтобы все дышало, он может просто все превратить в одну общую картину, он хорошо клеит, но не дышит ничего. Вот, поэтому лучше, ну, вот я его просто включил. Все, звук поменялся, я даже ничего не тронул, у него своя краска, у каждого плагина есть своя краска. То есть у фа-фильтра он все клеит, он может вырезать хорошо, но на мастер не рекомендую, вот смотрите. Стерео с ним лучше, трансиенты звучат лучше, с ним все пошло в кашу, все как-то, но слышно, все, он начал работать. Трансиенты ушли, все, что ты пытался вытащить в группах, чтобы все дышало, это все пошло на смарку, он все превратилось в одну вот общую калитку, да. Ну, для каких-то стилей, может, это хорошо, когда у тебя все шипит, шумы идут, да, там, такой стиль, может быть, это хорошо, но я предпочитаю его на мастер не ложить, вот, лучше его кидать именно по звукам отдельно. Продолжаем, значит, здесь... Опять Valhalla, немножко дать ему стерео сэмпл дилей, тоже с этим плагином нужно быть аккуратнее, потому что он может давать противофазы всякие, вот, нужно слушать в миксе, как звучит, и потом в моно, как он звучит на мастере. Я чуть его просто развел, вот. Опять же LFO Tool, дальше у нас идет дополнительный звук, то есть... Делаю слои, вот, чтобы они правильно звуки друг к другу подходили. Это для динамики этого звука. Для атаки, чтобы давало атаку этому звуку. Вот, то же самое, тот же набор плагинов, фильтры Valhalla. Так. Атака, основной лид. Но если вот что я когда чувствовал, когда ну вот это все идет, не хватает вот основных важных таких подчеркивающих, вот эти два звука очень важные вещь. Бас, синт, как говоря, который основной вот лид. Я разграничил его на две дорожки, можно это в принципе один звук. Ну, вот здесь две дорожки, но это один звук. Просто в одном я сделал его громче, в другом тише. То есть, чтобы был эффект, так сказать, игривости, динамики, чтобы это... Вот в этом фишка была этого звука, вот. Также это Massive синтезатор. Это... Внутри синтезатора есть ревер, вот я с ним работал здесь, чтобы микс соотношения на одну дорожку я скопировал, где больше ревера, на другой я понизил, да, и также в соотношении плагинов здесь. На одном больше ревера, меньше, вот на этом. На втором, чтобы он был явный и большой. Вот на этом. Соответственно, это вот
обработка внешняя и внутри самого синтезатора. То есть не хочу сейчас это показывать, потому что все у нас немножко подтормаживает. Вот. Как бы выстроил правильные значения, правильные хвосты реверов. Вот. И также это все посадил на сайдчейн. Вот. Соотношение опять. Например, в одном у нас 100%. Это где две ноты. Па-бам. То есть она больше давится. А в соотношении, где она бьет, то есть здесь меньше процент. И получается, он дышит больше. Получается эффект. И все, в итоге подчеркивается перкуссиями. Вот. Опять же, если б не было, опять повторюсь, если б не было у нас вот такой басовой линии, которая была идейная, выдержанная, и все вот под это делать, под эту динамику, то ничего бы это не работало. То есть правильно задать ритмику, динамику в композиции клубной. Соответственно, также я люблю продюсировать так, чтобы через каждый, как сказать, луп секции, вот паттерны, да, как говорится, вот через 8 в данном случае, вот у нас происходит что-то, да, получилась сбивка здесь перед следующей частью. И чтобы он не начал играть то же самое, добавило что-то, да? Не только из перкуссионных моментов, а именно с музыкальной части, да? То есть, соответственно, звук, который был в провисе, вот здесь. Вот про что я говорил, когда лучше какие-то части использовать там и здесь в продюсировании. Не обязательно их сразу все продавать, а именно стараться ими играться. Вот. Провис. Что у нас здесь? Голос. Это библиотека Contact Voice of Gaia, делал Армин. Вот, обработка, что у нас здесь по ней. Pure Plate. Ревербератор. Тен, один из чистых плейтов вообще, Universal Audio. Вот, эквализация, гейн небольшой. Вот посыл на группу. И обработка динамическая. Empirical Lab Distressor. Добавляются хоры. И совмещается, получается, такое пение прям церковное. Соответственно, в провисе какая фишка была, что трек у нас 130 BPM. Мы начинаем поднимать... Все миди стретчим в 2 раза длиннее делаем. Соответственно, сокращаются они, вот, а темп начинает подниматься до 260, в 2 раза больше, чем в первом дропе. И, соответственно, он выходит в оригинальный темп в 130, во втором дропе это будет 260. Соответственно, получается вот эффект замедления и ускорения. Темп рисуется, идет в провисе у нас. Все, играет звуки, на самом деле. Тоже опять большое количество их, но все они звучат. Скрипки, Nexus, голливод. Я разграничил верхнюю ноту, нижнюю на разные миди раскинул. Valhalla на каждой из них. По динамике Kickstart на нижней, на верхней нет сайдчейна. То есть получается эффект живого оркестра. И все это в группу клеил плагином, вот, BXL два плагин Elements. И обработал CLA Vocals, немножко хоруса, холла, ревербератор, компрессии, хороший плагин, вот, это скрипки, которые дают динамику. Пады, хорная, пианино, все в пачке, вот, синтезатор, который из дропа, то есть он замедляется, играет в 2 раза медленней, потом это все разгоняется. Вот эта мелодия, которая у нас была
соответственно, здесь в дропе, она вот превратилась в такую медленную, и потом она начинает опять перерастать в быструю. Все выходит это в дроп. Скрипки, все остальное начинает все вместе играть. Опять же, структурированное, вот, по басово, по динамике, правильные вот скрипки обработанные, да, Мазерати. Сэмпл дилей, Валхала, посыл. Звуки, которые были в происе, все это идет в дроп. Silent. Немножко для атаки. Так, Massive, это все мы уже показывали. И добавляется с прайса хора чуть-чуть. Под ритм. И наконец мы на добивочку уже ставим скрипки еще одни. Короче, вот так, потому что у нас проект большой, немножко подтупливает, поэтому я думаю, мы остановимся на этом. В общем, идея такая, ты все разграничиваешь по группам, детально подбираешь звуки, правильно эквализируешь, правильные посылы, правильные плагины на посылах, правильная динамика баса, работа сайдчейнов, правильное структурирование мелодии по звукам, подборка звуков, все это вырастает вот в такую композицию. Идея. И чувство вот трансиентов, музыкальности, вот ритма, да, вот этого всего, это вытекает вот в танцевальную композицию такую трансовую, правильно сделанную, не просто где у тебя что-то там шипит, играет, а именно вот ты чувствуешь, что ты делаешь на каждом этапе. Именно какой звук ты где-то вот добавляешь, какой ты убираешь, баланс громкостей, фильтров, вырисовывания, да, если открыть, например, проект, здесь вот каждая дорожка вырисована, да, вот, смотрите, это все громкости, да, прорисованы. А если я еще пойду глубже, там прорисованы фильтры, ревербераторы, автоматизации, все это должно учитываться. Мастер. Опять же говорю, если ты правильно сделал структурирование по басам, у тебя правильная динамика, на каждом басу у тебя бочка кик заведены в моно, опять повторюсь, да? SSL компрессор, если все правильно это подобрано, все сделано, да? По канально, все чистенько идет, ты слышишь каждый трансиент. Вот каждые звуки подадам, вот эти все перкуссии, да, FX-ы, бочка, мелодия, все у тебя плывет, играется, да, вот ты танцуешь прям. Но мастер, по большому счету, тогда будет иметь, ну, как бы значение имеет, но, как сказать, если у тебя все правильно внутри дышит, это нарушаться не будет, вне зависимости, что ты повесишь на мастер, оно все дышит. На мастере я хотел дать здесь, как сказать, живости по верхам, чтобы верха были чистые прям. Ты услышишь, что они прям пропиленные, выточенные. Ну вот. Соответственно, я повесил гейна, чтобы немножко прибрать громкости, освободить мельда. Это небольшой оверсэмплинг на мельде. Это как мультибенд фрэк шифтер. Как мультибэнд динамик. Завел верха на 17 тысяч и поднял для вот криспа. Крисп в самом верху. Для транса хорошо иметь крисп. Потом вот эта штука. Мультибэнд. На 4 полоски его сделал. Верха поднял. Немножко середины верхней. Прибрал нижнюю середину, которая гудит в клубе, самая неприятная, диапазон ее вот начинается, не знаю, вот этот район для меня 200, от 200 до 500, да, он такой район. Я его немножко вырезал и дал глубокий, глубокого низа. Соответственно, вот это вот картина, да, как вот верха расположены, это дальше закрепил линером, фазом, эквалайзером, разбил его на 6 полосок. То есть, если мы отключим какую-то полосу, например, мы оставим одну полосу в эквалайзере, да, он будет идти в одну полосу. Я хотел его расширить,
Соответственно, каждая, когда полоса даже она включена, но ты ее выключишь, соответственно, у тебя объем звука уменьшится. То есть тут надо выбирать, сколько полос ты в треке делаешь. Для меня устраивают эти полосы, я разграничил, как мне их удобно, да. Вот эта штука хорошая, вот этот LinkPass EQ лоджиковский, он собирает звук очень хорошо для клубной музыки. Начинается кач, пробустил 100 Гц, чтобы бочка с басом собрались. Вот она. Вот, пробустил дальше. Немножко дал живости нифом, 88 раз. Хороший плагин, можно альтернативу взять ему, как если у кто-то нет Universal Audio, можете взять Waves NLS Bass. Но расположение плагинов тоже имеет смысл на мастере. А, где это NLS Bass? Неплохой тоже собирает. Тоже хорошо собирает плагин. Но в этом случае у меня стоит вот этот ниф для живости. Он как, больше сказать, не то что эквалайзер, а он тело делает, да, вот если брать. Он прям как от пульта идет тело, от живого такого. То есть эффект живости немножко делает, все звуки начинают живее работать. Соответственно, вот цепочка. Мельда, Frequency, Shifter Multiband, Linear Cakewalk, Linear Fast Logic'овский. Это для верха, вот эти три плагина. Я сделал с ними верх. У меня вот Bright, да, как говорится. Потом я сделал аналоговость, чтобы это все аналогово звучало. Потом я проработал вот этим эквалайзером, сузил Brainworks MBX Digital V2, 80 Гц собрал, развел стерео 120, то есть низ собрался, верх чуть развелся, да? Это тоже на вкус. Его можно убрать. В принципе, ничего не изменится, но, на мой взгляд, чуть шире становится композиция. И как бы... на фесте, когда у тебя вот сцена большая, это все вот прям идет, ты понимаешь, что тебя держит. Потом вот этот плагин Data Life, я использовал его в провисах, чтобы сделать немножко эффект комнаты, объема, а потом перед дропом резко отключал, то есть. Но он тоже меняет окраску, с ним нужно аккуратнее быть, он меняет окраску. В данном случае в лучшую сторону, может пойти в лучшую, либо в худшую, мне нравится здесь, что он пошел в лучшую. Дальше идет, то есть первое сначала была эквализация, окраска и стерео. Да, кто-то говорит, что правильно вешать сначала стерео делать, а потом делать эквализацию. Но на мой взгляд, как в композиции это лучше живет, так их и ставить в такой последовательности. В моем случае вот такая последовательность, она уместна. Дальше я компрессую. Кто-то любит вешать компрессор первым, да? Тоже есть разница. На мой взгляд, когда вот так, звук, ну, к бочке ближе, так к середине. Это на вкус. Я оставлю его в таком месте, который у меня стоял. По компрессору. Лоджиковский компрессор у меня, можно делать разные типы. Этот самый чистый тип Studio VCA, потому что он сохраняет все трансиенты. Вот этот тип компрессора. Автоматизация в ноль обязательно. Трансиенты дышат. Дальше ты можешь регулировать уровень компрессора. Релиз, атаку. Можешь сделать его ближе, дальше. В моем случае бочка. Поэтому релиза больше. Атака. Семерка начинает больше бас гудеть. Восьмерка. Семерка, у меня трансиенты больше дышат. Рейтио. Уровень зажатости, да, грязи, поменьше, 2,2. Трэшхолд, вот близость, вот эта вся. Вот если прощелкать типы компрессоров, да, теперь. Вот этот слишком мясной, это прям перебор. Это чуть грязный. Этот трансиенты ушли. Этот прям, он мощный бас, но трансиенты уходят, поэтому... Я остановился на самом чистом варианте, это самый чистый вариант Studio VCA. Дальше у меня тут PSP Vintage Warmer. Опять же, плагин на любителя, его не обязательно использовать, но мне он нравится. Окраска. Кто-то использует в виде катушек стадеры, там Universal Audio. Но я предпочитаю Universal Audio плагины ложить на группы, все-таки это, ну, они мастеровые, но фишка в том, что ты в PSP Vintage Warmer, ты можешь сделать вот такую вещь. Ты можешь пробустить к ней. Сделать звук ближе. Вот.
вармера, ты можешь собрать больше звук, пользуясь релизом. Сейлинг — отличная вещь, ты можешь выстроить свой лимитер, грубо говоря. Так он будет все, грязь. Ты делаешь пампинг. Вот 6,5 у меня такое значение. Бочка с басом начинает, ну, в принципе, вот ты сделал. И микс, обязательно микс. Если ты сделаешь, как в любом плагине, сотку, все, начинает захлебываться. Поэтому некоторые говорят, ой, вармер грязный, да, начинают говорить, как бы для меня. Если ты правильный баланс отстроишь плагина, он будет чистый у тебя в твоей концепции. У меня вот микс 80. Немножко, вот я пробустил низ. Тут был. И вверх, если ты делаешь завод высоких частот в четверку, да, вот это у тебя вверх и низ, да, две ручки, двухполосные в данном случае. Я завожу вверх, выше, получается психоакустика такая. Ты как бы делаешь стерео верхам и бустишь их. Вот, если взять четверку накатить, когда ты вот накатываешь, ты понимаешь, да, что ты делаешь. Либо такой бустить, либо такую частоту бустить. И это влияет на стерео в данном случае, на стерео по высоким. Поэтому вармер очень хорошая штука в этом плане, но на других катушках ты такого не сделаешь. Вот. Такой старый плагин, но достаточно, если ты хочешь что-то дать, вот именно по низам, да, вот если без вармера сейчас, он очень чисто идет. Появилась винтажность, и вот низ у тебя более собран, и вот верха у тебя прям скочит. Это хорошая штука. И, соответственно, я подстраивал весь этот трек по вот этот плагин Precision Maximizer. Он считает его, некоторые считают, что в нем грязная середина, лучше использовать Invisible фаб-фильтром. Да, есть такая фишка. Но по трансиентам, если сохранять в трансиенте в треке детальность, это самый лучший плагин, лучше нет. По детальности. Например, мы сейчас сравним. Я возьму, поставлю Invisible лимитер. Выключаю Precision, закрепляю все Invisible. Трансиенты ушли. Все, они идут, как бы, но нет глубины, да, вот такой. Как-то мажет, мажет. А в этом все, он дышит по стереобасе. Все прямо у тебя вот идет. Все, замазал. В этом и фишка была, вот даже если брать момент более, где много звуков. Это Invisible, да? Он просто все склеил в одну колюку. Этот он немножко дал грязи посередине, но я считаю, это чистая середина. И в этом нет ничего зашкварного. Потому что, когда ты играешь в клубе треки, иногда на фестивалях, некоторые любят, наоборот, наваливать середину вверх, потому что им не хватает. А, например, если я поставлю свой трек, мне не нужно будет наваливать в него середину и верха. Он будет ровно у меня идти. И он будет звучать чисто, я уверен. И в данном случае в транс-концепции, когда ты хочешь, чтобы трансиенты жили, вот этот плагин очень хороший для этого. Так что на любителя. Кто-то предпочитает убрать вармер, там, это. Все равно трек будет звучать, если он внутри хорошо собран. В любом случае. Это дело вкуса, как говорится. Можно ставить один Invisible компрессор, и все нормально. Тоже нормально будет звучать, просто выхода чуть больше дал там. Это на дело вкуса. Но я считаю, что в Precision и с вармером сочетании можно выстроить глубину трека. С Invisible ты только можешь дать общий уровень громкости, но если разграничишь все по группам, раскидываешь весь баланс, если у тебя правильно отстроен Precision, микс, соотношение всех плагинов, это круто. Поэтому, ну, это моя философия в этом плане, поэтому... Кто как хочет. На любой вкус. Главная фишка вот. Если ты все внутри хорошо собрал, это все звучит. Дальше дело вкуса. Мастер — такая специфическая вещь, но могу порекомендовать пару компрессоров, на мой взгляд, самых чистых. Вот этот хороший. Лоджиковский. Самый чистый компрессор. Ну, именно у каждого секвенсора может быть свой, в Ableton свой, да. У Logic вот этот тип самый хороший. Еще хороший компрессор — Universal Audio DBX. 160-й. У меня есть пресет. Очень чисто делает прям. Собирает. Хороший SSL компрессор, но я его использую на бочку, потому что на мастере это зашквар, он слишком грязный. Его лучше по звукам отдельно пускать куда-нибудь. Вот. Еще кто-то любит вот мои плагины, между прочим.
все, у меня много плагинов, я люблю реально вот фанат, я все скачиваю, слушаю, сравниваю, что как звучит. Вот, хороший компрессор Glu, да, но не переплюнет DBX, на мой взгляд. Все, как-то он проседает, даже ты его там наваливаешь. Этот чище. Этот такой грязный, чуть-чуть цифровой, в нем есть цифра. Ну, как бы не мощная в нем середина, да, грубо говоря. Вроде верха есть, но какой-то зашквар происходит. По моему вкусу DBX. Пару лимитеров могу порекомендовать, из, на мой взгляд, лучших. Вот Invisible хороший лимитер, дело вкуса, опять же. Первая версия, вторая, оба вкусные. DMG Audio, Limitless, хорошая вещь. Тоже вот этот. То есть это дело на вкус. Если у тебя все внутри хорошо сведено, неважно. Так, дальше, на мой вкус, еще неплохой FabFilter Pro L. Чисто делает тоже. Это именно для, вот если кто-то делает там попсу, вот Pro L прям, ну, будет, ну, изюминка, кто хип-хоп делает, да, там чисто такой же звук. Но на самом деле с той цепочкой, которую я показал, если сделать, ну вот именно просатурировать все правильно с пресиженом, будет очень тоже вкусно звучать по трансиентам, поэтому любой стиль можно под эту цепочку подогнать. Изотоп не рекомендовал бы на мастер, это зашквар, грязно. Каклип неплохой, каклип, кагор, то есть неплохо. Козрог. Но он такой, опять же, обыкновенный лимитер. Ты им ничего не просатурируешь, ничего, только будет грязь добавлять в левеле. Много, на самом деле, я перепробовал. Но вот этот неплохой, Limitless, не Limitless, как он, Elevate. Ну, это прям... Тут полосок нереальный, ты можешь отстроить тип свой, но это прям морока. Можешь прям сделать такой звук грязный, но крутой, да? То есть, смотря какой ты трек собираешь... В данном случае до моей композиции подошел Precision. То есть я стараюсь всегда, у меня нет одной цепочки, я всегда делаю разные цепочки под разные треки, в зависимости от идеи. Если идея такая, она должна звучать вот здесь вот так. По поводу эквалайзеров могу порекомендовать моя любимая линейка Mazenburg Universal Audio, чистый очень. FabFilter на мастер не рекомендую, трансиенты уходят совершенно, ты просто кидаешь его, ничего не делая, трансиенты уходят. На поканально хорошо. Если брать уже, то брать этот, они похожи с FabFilter, только этот намного круче, верха у него крутые, чистые. Можешь любой сделать верха, прикольный. Ну все, собственно, вот рассказал про Last Dancer. Хотелось бы еще открыть проект Our Origin с Армином. Тоже интересная идея. Была у Армина сделать идея трек для Tomorrowland. Вот. С интересным интро, поскольку... Tomorrowland тематика была связана с таким морским представлением вот, фестиваля вот, в этом году. Вот, была идея сделать такое интро у нас. Вот такие интересные звуки. Прям фильм. Синтезатор Diva. Здесь много всяких интересных пресетов, патчей. Прям можете космос создать с ним. Интересный син. Живые звуки воды, дельфинов. Атмосфера, зебра. Такой, опять же, темп, прорисовка темпа. Все это учитывается, опять же.
по динамике плывет. Атмосфера. Говорит, тут вопрос был подойти к философски к началу, вот, и сделать. Есть дельфины, да? Звук дельфинов. А это как бы их песня, да? Такие звуки, опять же, с дивы интересные, да? То есть это их мелодия, представление было, что это как будто вот поют дельфины, да? Это все к морю подходит. Такая интересная фишечка, задумка. Соответственно, аркаджераторы все. Спайр-плаг. Опять же, обработка. Мелодии все. Разгон темпа. Склею, покажу. Вот мелодии все. Много звуков, на самом деле, слоев. Такие интересные параллельные тональности. Атмосфера. Бас. Аэродрон такой прямо. Киношные такие звуки. И мелодия. Прям такой немножко роком отдает и в то же время таким Жан-Мишель Жаром. Мелодия Армина. Опять использовал зебру, чтобы найти звук такой винтажный. Пады. Зебра. Прям очень чистые в миксе пады. Nexus. Правильно обработанные. Опять все эти звуки. Все это выплывает, все это. То есть разгонялось, все сбросилось, и как бы началось в два раза медленней. На самом деле темп тот же, просто в два раза медленнее пошел. Эффект немножко не поднялся. Перкуссиями это все. Все, бас, транс. Опять та же фишка, все по группам. Бочка склеена SSL, как и в Last Dancer. Просто звук другой гармонайзера для верхов. Чуть саба. И правильный кик. И правильная басовая линия. И опять звуки. Правильная ритм-секция. Тоже склеенные. Для крас, для краса. Пад. Опять пила. Два массива. Один главный, другой делает шум небольшой. Чтобы был эффект взрыва небольшой такой. Перкуссия Omnisphere, очень чистая, шейкер. Мелодии меняются. Добавочные плаки. Прям вопрос-ответ. Разгоняем перкуссии. Темп. 32. Эффект. А
аплифтинг момент такой. Замедление. Уходим вниз и все, начинаем. Когда ты замедляешь темп, начинает мелодия играть по-другому, становится уже интереснее. В принципе, тот же мир, что и в первом провисе, только другими звуками. Тот же самый мир. Мелодия. Темп рос и перерос в оригинальный. Скрипки. Скрипки использовали аналог Strings Output компания. Они сбоншены на месте, чтобы не, потому что очень много памяти они занимают. Вот. Интересный момент. Скрипки обработаны также по динамике. Ревера. Затопа. Компрессор. Параллельная компрессия. Интересный плагин X-Noise. Когда у тебя, как сказать, вот если отключить его в скрипках, очень все грязно. Чистить динамику, смотри. Интересный плагин. И для голоса может подойти, и для скрипок, вот где именно харш есть такой грязный, но хочется почистить, вот его рекомендую. И он в миксе прям чисто. Мелодии пошли. Вот этот момент. Интересно очень. Орган еще добавился, чтобы было нарастание, сольники все идет. Скрипки тоже меняются. Все это разгоняется, каждая по отдельности структурировано. Основная мелодия, амнисфер, для транса чуть-чуть, скрипки и основной звук, Армина, бас, бас интересный тоже сделан, но все чистенько проработано, саб с дюна, со спайра основной бас и добавочный стерео, немножко, чтобы было хруста. Мелодия зажата сайдчейном правильно. Все эти звуки, которые были в первом дропе, используются здесь, просто больше угнетания, то есть развитие композиции. Всегда круто развивать трек, чтобы дропы отличались. Именно шли на нарастание, прям чтобы была эйфория. Все, замедление. Темп. Все, в оригинальный темп вышли. И звук оставили. Басовая перебивка и эксэмплер. Басовый звук. Опять же, возвращаемся к тому же, что вот идея звук бас, перкуссии, все вот подбор между собой. Если это все правильно подобрано, то получается интересный трек, который, ну, может жить достаточно вечно. Ну, как бы он будет звучать, поменяется время, пройдет, да, там 3 года, 4, но он будет звучать. Потому что все правильно собрано по звукам, структурировано. Вот.
Поэтому, если возвращаться к этой тематике по сбору звуков, хотелось бы вот открыть трек, когда я делал во времена хардруксов, вот, когда я был в проекте, мы делали трек «Heavy Go», который был в голливудском фильме «Форсаж 6». Вот я, например, он был давно очень спродюсирован, но он до сих пор хорошо звучит. Если я его открою, он также будет хорошо звучать. Следующий трек, хотел который показать, «Breathing Deeper», который сделал с Магнерком. Вот. Мне нравится эта композиция, поскольку здесь хороший пример электронных гитар и вот совмещение вот такого стиля, как Coldplay, да, вот электроники, вот вместе вот с голосом, да, обработка голосов, гитар и композиции в целом. Послушаем. To shine bright, but we crashed and burned. Now I'm on the run to a place we can reunite. But without you by my side, I can hide from all these things inside tonight. They get closer. Ну вот, как говорил, была композиция с Магнерком, вот, в большей степени я послал идею голоса, просто кинул, у меня был голосовой, да, момент Нерку, вот. Поскольку голос такая важная часть, я считаю, в поп-продукте вот голос должен прям быть хороший, чтобы под него сделать хорошую композицию. Карен прислал идею Нерк. Гитары, была на миди набита гитара, идея дропа, вот, надо было все это просто сделать из этого вот качественный поп-продукт. Была, значит, у нас вот такая гитарка партия. Записывали настоящую гитару электронную. Вот я снимаю. Так она звучит голой. То есть надо было такой сделать саунд электронно, электропоп такой, да, небольшой. Для этого просто было неудобно играть гитаристу именно в той тональности. Мы чуть ниже ее сыграли, да. Потом я просто поднял это печом, по динамике обработал ее энвелопером. Именно релиз, как было сыграно, усилил. Компрессии вот сел 2, чтобы чуть дать больше компрессии. Комбик, наверное, один из лучших, это SGR. Прям живой звук выдает, качественный. Немножко фаб-фильтра. Channel EQ, просто сделать немножко вот серединки. Поддать такое рок-звучание. Дилейчика. Обрубить хвост высоких и вот этот ревербератор. Прям лексикон, вот он делает фишку такую Coldplay, когда вот звуки начинают у тебя плыть, летать. Вот именно лексикон UD-шный 224, вот неплохо для этого. И, соответственно, параллельная компрессия. Катушка. Живой звук SSL чуть по динамике громче вытащить. Virtual Tape Machine. Хорошая тоже катушка, чтобы склеить все. И фаб-фильтр слимитнуть. Слимитировать. Вот гитара. Голос. Здесь достаточно тоже все простенько. Чуть-чуть эрвокса компресснуть.
DSR FAB фильтр в данном случае. Лексикон. Кто-то любит использовать там на подмесы, да, на посылы лексикон, но мне в данном случае здесь понравилось, что он висит так. Дальше параллельная компрессия, SSL, имитация. Вот, UD-версия. Paltec для такого криспа в верхах. Вот. Очень близкий эквалайзер, очень хороший. И поскольку это была параллельная шина, я решил еще немножко продессерить и повесил хороший очень дессер Eosis. Вот это. Но в данном случае она входит у меня в пакет Slay Digital. Если ты приобретаешь Rent в год, там и DSR есть, и SGR есть, это тоже, то есть очень интересно. И, соответственно, FAB-фильтр. Пат — это Salina, Arturia, очень интересно. Вот этот бас я использовал в многих тоже композициях. Belong Some People, вот он такой роковый, у него манера. И X-Sampler. Liverpool бас обработан фузом лоджиковским, чтобы дать ему и амп. Вот он получается такой рок-манера у него. И профильтрован, соответственно, просочили. Акустическая гитара записывали ребята, вот. Хорошо очень звучит. Дает динамику, лето такого вообще. Тоже немножко из джира, чтобы больше такой манера была. Склеена DBX, потому что записывался левый правый канал, вот, склеена. Чуть BX Digital, чтобы тоже подсобрать ее, обрезать ненужные вещи. Да, и чуть-чуть посыла Роландом, именно чтобы хорус был фирменный такой. На ней присутствует. Еще одна гитара. Тоже тот же способ SGR. В той же группе. Немножко плейта, чтобы выходило. Живое пианино. Также мы сбонсили партии, потому что, ну, как бы в данной концепции они лучше, есть отличия иногда, когда ты берешь... бонсишь на месте, либо ты используешь MIDI, и все-таки есть какое-то отличие, я не знаю. Ну, на мой вкус. И поэтому предпочел здесь вот, чтобы они были сбоншены на месте. Это Omnisphere, это вот DL-Nerg, вот этот, вот эти звуки. Идея была их правильно сбалансировать между собой, чтобы это звучало как один общий звук. Тоже, поэтому здесь такой тоже окрас, вот, на вкус, как говорится. Ну, собственно, вот такие интересные плагинчики можете использовать для живых инструментов, вот, для вокала, для вот такой электронно-живой музыки, вот, это самое оптимальное, то есть... Реально круто звучит с ними. Сейчас мы разберем трек Everybody. Вот, наверное, самый удачный из EDM-треков. Ну, до сих пор уже прошло сколько? 4 года, как бы. Много диджеев до сих пор играет. В принципе, EDM-структура, она немножко проще, чем в трансе. Вот, поэтому здесь гораздо будет все проще. В
принципе, вот вся идея. Если у тебя есть идея какая-то, здесь была идея, чтобы были тома. Все, это вся идея трека. Если у тебя какой-то есть ритм в голове, в идее, или вот что-то какая-то, именно вот концепция звука, можно ее быстро накидать и как бы делать. Вот здесь ничего особенного. Бочка. Опять на посыл, все в моно. SSL, единственная вот прикольная фишка в идее, что можно... Щелчок всегда остается на бочке, прикольно. SSL, склеен. Томы. EX-сэмплер. Накачанные Cambridge, Bitcrusher, Warmer на посыле. Отдельно склеено это все. И есть немножко саба, чтобы подгуживало под томы. Все, шум. ESP. И идея вот этих штук. Это синплант, синтезатор, порезанный с боншиной на месте. Добавленный к шуму. Ну все, и ты, в принципе, начинаешь играться с шумами, разные ритмы им делать, какие у тебя в голове выстраиваются. В этом фишка была трека, вот. Все, у тебя есть ритм, и все, ты начинаешь под него устраивать картинку. Соответственно, выплыла потом мелодия. Па-да-да, па-да-да, па-да-да-да, пап. То есть это тот же рисунок, что и томов. Nexus использовался, Deep House Bank, вот. Обработка интересная на звуке. Вот интересный плагин, который делает эффект звука. Футуратор называется. Delay. Mood фильтр. Дальше работа с перкуссиями, как ты чувствуешь вот по ритму, как тебя вот прет делать. В этом и заключается вот идея, в принципе. Плаки. Ну вот это все, вот когда это все вместе срастается, получается что-то интересное. Луп. Тарелка. И голос. Голос с Nexus'а. DM Voices. Как говорится, кто первый открыл, кто впервые заюзал, тот взял. Потому что мы были, наверное, первые с ребятами, кто заюзал этот голос. Вот, и было удачно, что мы пустили его первым, потому что если кто-то бы, ну, уже не сможет его взять. То есть, в принципе, банк свободный на Expansions, Virgins, то есть на RayFX конторе. Вот. Кто впервые взял, тот использовал. Соответственно, тут фишки какие? С голосом можно играться. Соответственно, тут больше креативные такие варианты. Октавные. Соответственно, еще вот такой интересный подмез тут был. Вот с этой штукой. Маус от компании... Самое вот интересное, когда ты в EDM, если ты делаешь, как говорится, сык, вот самое прикольное, вот когда вот здесь, например, в момент, вот когда вот люди понимают, что сык, вот сейчас. Это вот начинает плыть, идти вверх, вот это безумие начинается, да, и вот да, в момент стыка, если главный стык, потом идет жирный, в это вот распирает, да, как бы. Вот чем ты более сумасшедшее как что-то сделаешь, скреативишь, в том и будет твоя фишка, да?
Пич. Поднимается, соответственно. Все это раскручивается, да? Вот, в принципе, вот этих звуков не слышно, да, но все играет в кашу, но в этом есть какой-то прикол. То есть драйв, динамика, все вот это вот. Тоже важный момент. Когда что-то в дропе, как сирена, и опять держишь ритм, который у тебя был. Просто разгоняешь его хлопками, тарелками. Вот, опять же, самая важная басовая линия, идея, а потом уже перкуссиями начинаешь это все раскачивать. Вот, если у тебя этот момент есть, ты можешь сделать качественный DM-трек. Вот, если у тебя вот прямо это все вот жирно идет и какая-то есть прям какая-то хорошая задумка. А можно, конечно, начинать с нуля, придумывать задумку, но все, как говорится, появляется вот в самом процессе. Но бывает, что такое у тебя есть идея до этого, и ты ее воплощаешь. Такое тоже бывает. Вот включи этот ритм, и все, как бы становится понятно, чего. Вот она, ритм. Подуду, 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 все. Дальше ты можешь креативить, вставлять шоты. Вот. А по поводу обработки, я думаю, здесь ну ничего особенного такого нет. Как обычно, но вот рекомендую, если используете там EDM звучание, вот Overdrive Logic. Такой плагин, который везде пригодится. Ревер вылетел чуть. Синплан, интересный синтезатор. Надо открыть, показать, что так сказал. По синтезаторам, если пройтись, вот еще рекомендую неплохие. Вот этот хороший синтезатор. Здесь интересные звуки, очень жирные. Монолиды всякие. Прямо хорошо звучат, интересно. Такой Daft Punk из него можно сделать. Serum, я думаю, все юзают. Смысла его нет, показывают там одни пилы. То есть, в принципе, если ты делаешь какой-то дабстеп, покреативить там можно, там уже все скреативлено, как сказать, там уже все создано. Тебе просто нужно правильные секции ставить куда надо. А если именно со саундом покреативить, вот, Люш неплохой. Avenger, ну, такой, как Nexus. Ну, больше для такого транса, я не знаю, EDM, то есть нормально пойдет. Вот Monopoly хороший синтезатор от Korg. Можете послушать. Silent, понятно. Native Instruments, Spire неплохо. Именно вот показываю синтезаторы, которые, ну, вот именно, где можно что-то интересное выцепить. Omnisphere, советую. Keyscape, если там для пианино, да, прикольно. Вот для EDM, вот Dune хороший, второй, прям можно жирные баски оттуда выцепить. Tone 2 хороший, Karos синтезатор. Очень жирный такой. Gladiator неплохой, Ray Blaster неплохой, вот три синтезатора. Diva, очень крутая, Zebra. Waves, элемент хороший синт. Вот. Ну, Serum, соответственно. Спасибо, друзья. С вами был Шапов, специально для Future Music Russia. Увидимся на выступлениях.